Роскошный, величественный, изысканный. Санаторию Сочи сейчас можно подобрать только восторженные эпитеты. Этот санаторий строили по личному указанию Сталина, и сделать его плохим просто не имели права. Это не просто здравница, а невесть, откуда взявшийся роскошный дворец, не уступающий дворцам античных правителей. Этот палаццо бережно укрыт зеленью уникального дендрологического парка, вдоль множества аллей которого растут действительно экзотические растения, удивляющие взгляд приезжих. Санаторий хоть и находится в историческом центре города, но надежно спрятан от шума. В роскошном дворце не может быть суеты. Совсем другим гостям представляется корпус «Приморский». Сегодня это реконструированное здание является собой четырехзвездочный отель абсолютно европейского уровня. Внутри номера на любой вкус. Есть небольшие студии, есть трехкомнатные апартаменты. Но из каждого номера, вне зависимости от ценовой категории, открывается завораживающий вид на море. Совсем не каждая здравница может похвастать тем, что корпус стоит в считанных метрах от берега. Неотъемлемая часть любой здравницы – лечебные процедуры. Сегодня даже не каждая специализированная больница обладает такой современной техникой. Отделение лучевой диагностики – настоящая гордость санатория. Обследование на компьютерном томографе длится всего несколько секунд, но за это время техника последнего поколения успевает составить всю необходимую картину. По получившимся трехмерным изображениям высокого качества специалисты могут куда быстрее обычного поставить верный диагноз. Кадры как будто взяты из фантастических фильмов, но это самая настоящая реальность. Современный рентген-аппарат немецкого производства. Такая мобильность деталей позволяет добиться максимальной точности снимков, а значит и скорейшей постановки диагноза. В отделении лучевой диагностики также проводят исследования на маммографии и остеоденситометре, который позволяет вовремя заметить остеопороз и узнать соотношение мышечной, жировой и костной тканей. Санаторий Сочи помнит многих именитых гостей. Отдыхал здесь даже Юрий Гагарин. Его имя носит номер, в котором останавливался пионер космоса. Сейчас это президентский сьют, интерьер которого напоминает о знаменитом постояльце. Совсем по-другому обставлены номера одной из дач. Индийские мотивы напоминают о том, что здесь останавливалась Индира Ганди. Напротив – дача Хо Ши Мин, принимавшая вьетнамского лидера. Но дорожа своей историей, в санатории Сочи уверенно смотрят в будущее. Современные технологии лучше всего заметны в лечебно-диагностическом комплексе. Это поистине уникальное отделение. Здесь каждый кабинет спроектирован по собственным инженерным решениям. Например, грязь в лечебницу доставляется не по старинке, на тележке. Она подается автоматически из подземных хранилищ. У каждой кушетки подогрев. После процедур грязь собирают специальным аппаратом. Санатории предлагают более 20 видов водных процедур. Кроме стандартных гидромассажей и ванн, есть действительно неповторимые предложения. Два различных комплекса, немецкий и отечественный, проводят процедуры подводного вытяжения позвоночника. Их применяют при остеохондрозах и грыжах. Боль уходит уже после первых процедур. Отдыхающих теперь ждет и современный спортивный комплекс. Причем ему может позавидовать даже профессиональная спортшкола. Столы для пинг-понга, площадки для бадминтона и крытые теннисные корты с уникальным покрытием, пригодные для проведения соревнований. И, конечно, тренажерный зал с профессиональным оборудованием. А
эта беговая дорожка стоит совсем не в спортивном комплексе и использует ее не для тренировок. Это своеобразный кардиограф, который измеряет различные показатели работы сердца во время нагрузок. Сегодня в санатории Сочи используют только современные и проверенные технологии, которые позволяют своевременно выявить заболевание и оперативно начать лечение. Комфортные рестораны, боулинг-клуб и отдельный бильярдный домик – все это ждет отдыхающих санатория Сочи. Когда день клонится к концу и комплекс подсвечивается тысячами искусственных огней, в санатории появляется особая, загадочная и интригующая атмосфера. Атмосфера, которая каждого, кто утром будет уезжать домой, заставляет задуматься, когда он сможет вернуться в санаторий Сочи.